Блять, заебись, блять. Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами Никита Евгений Сусленков. И мы сегодня будем играть в игру под названием Snog.smexty. Пародийная версия игры Sonic.exe. И вот, если честно, я вам скажу, меня вот задолбали эти вот крипи игры. Вот я решил сыграть вот, ну, хоть в пародийную версию. И вот, я, естественно, вот играл в другие пародийные версии Sonic.exe, вот, это Sunky.mpeg и Silly.tff, вот, как-то так. Ну что ж, давайте запустим, посмотрим, что же это за игра-то такая. Просто не буду тянуть кота за лапы, поехали. Охуительная заставка в стиле PlayStation 1, PS1. Помню, у меня вот... У моего бати такая же приставка была. Прям просто на чувство ностальгии пробила. Пиздец. Ладно. Sonic Team Presents. Да. О, блядь. Заставка, блядь, отлично другой. Ёб твою мать. Просто пиздец. О, блядь, все как на подборе. Тейлз упорота лесными травами. Наклз почему-то он весь серый какой-то. И Человек-яйца. О, давайте его просто вместо этого назовем вот так. Человек-яйца. Как название того самого Дмитрия Гордона. Ладно, журналисту украинского. Ладно, не буду опять тянуть кота за лапы. Давайте, Человек-яйца упорота Тейлза. О, та самая музыка из мема. Вам все? Ушам пизда произошла? Да, вот. Вот. Вот просто сделайте потише, потому что игра будет громче, ну убить. Вы сами понимаете, я вот все. О, господи, блядь. Пиздец полный. Вот это я понимаю, Green Hill Zone. В стиле наркомана Павлика, ладно. И ты вот такой. Тейлз, как там тебе? Кайфарики ловишь, да? Надеюсь, он кайфарики ловит. Хорошо. Ой, я твою мать. Ну, уровень вообще, блядь, охуительный. Уровень, блядь, там не другого. Не более, да. Пиздец просто. О, ну вместо трупов уже встречают нас смайлики. Я вот всегда уже мечтал об этом. Хотя я в основном не мечтал. Потому что вдруг там, не знаю. Давайте вот просто бизнес-майк, вдруг не знаю, ну, машина. Охуеть, просто сказал. Пиздец. У меня уже игра поднимает настроение. Все, докрутился, блять. Ну да. Hello, comrade. Are you really sure you are doing to do this? Охуеть, у меня английский, блять, на уровне русского акцента с фильмов про русских. О, Snog is gonna whip. А, блять, не успел прочитать. Понятно. Забыли анимацию добавить. Ну да похуй. Иди сюда, давай тебя скушаю. Скушал. Тут еще этот клип добавили из Роблокса взяли. Ёб твою мать. О, господи, пиздец уже, блядь. Комрад, we lost the war forever. Да не буду я читать, блядь. И так все равно не успеваю прочитать на английском. Итак. Так, Серый Наклз, твоя очередь. Окей, 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 окей. Люблю эту тему. Ладно, играю за Серого Наклза. О, блядь, задний фон еще тоже крутится, блядь, как у начальной заставки, ёб твою мать. Блядь, и этому забыли добавить анимацию. Да ёб твою мать. Меня уже удивляет эта игра. Господи, блядь. Там Соник был такой большой, блядь. Умайло, му синдейру. Мурани! Умайло, му синдейру!
Даже не буду спорить. He needs some milk. Нани? Нани, блять. Блять, из-за этого еще взяли мемы. О. И этот еще взяли этот мем, блять, еще. Овай, мамо, шиндаю. Нани? Вот. И там, блять, этот звук еще, блять, ебаный в рот. А я потому что знаю, этот мем. О! Человек яйца, твоя очередь. Ладно, последний уже человек яйца идет. Пиздец. Тихо ты, блять, не. Блять, он уже в мой экран-то не влез, блять. У него только одна пузо, блять, влезла. Пиздец. А чё мрачно уже стало? Все, блять. Все, ребята, веселье закончилось. Уже переходим на самый страх. Да. Ну. Господи, ёб твою мать. Не, ну, блять. Пиздец, катается я, человек яйца, блядь, катится нахуй, ёб твою мать. Ну у него рук и ног нету, вот, человек яйца, блядь, катится нахуй. Качусь к этому упоротому, блядь, тоже упоролся тайскими травами. Давай, иди сюда. Чё будет? О нет, ты чё сделал? Ты сделал из него омлет! Нахуя ты, блядь? Ой, блядь, ёбаный шакальный, блядь, упоротый Sonic XZ. Чё тебе надо? Умай ва, моу синдаиру. Нани? И? Блядь, сука, вздрогнулся аж, пиздец. Не, ребята, игра охуительная, если чё. Комрад, we are sure you want to crash your computer? Не краши мой компьютер, серьезно, я не хочу... Я не хочу, чтобы у меня вылез псот во время записи. Ёб твою мать, ёбаный рот, вот это гейм-овер, я понимаю. Пиздец вообще, ну реально упоротый, ёб твою мать. Реально пародия, ёб. Аккуратнее, блядь. О, игра вылетела. Так, ты надеюсь, у меня не взломаешь мой комп? Так, ты под систему там не попал случайно или нет? Нет, в процессах его нету. А, это все. Ну что ж, ребята, если вам понравилось мое видео и вот это вот восхитительное... Ой, блядь. И вот это вот восхитительная игра, пародийная версия Sonic.exe... блядь, концовку сбил, блядь, нахуй. Короче, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, а также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ну, чтобы там не пропускать мои новые видео, там вот, я там тоже выкладываю видео, если к вам по уведомлению не пришло. Ну да ладно. В общем, всем пока и до новых встреч. Увидимся.